вы, наверное, уже могли понять, сейчас начался блок баллад. Сейчас мы сыграем нашу новую песню из нашего нового альбома. И мне кажется, это самая лиричная песня в нашем репертуаре вообще. Она называется «Вандермит». Это песня притча о человеке, который искал свою судьбу, шел по дороге и напевал песню. Песенка была простая, там даже не было слов. Он просто насвистывал о себе. И я хочу, чтобы вы сейчас вместе с нами помогли нам спеть ее. В конце песни я попрошу вас, чтобы вы помогли мне спеть. И я считаю, что если у нас все получится, то это будет очень здорово. И вы надолго запомните это. Thank you.
Вот на этой прекрасной ноте мы сейчас сделаем небольшой перерыв. Все немножко передохнем. И продолжим 70-летнюю дискотеку для тех, кого за 700 лет. Самое мясо мы оставили на второй блок, все верно. Не расходитесь.